коса сломалась, давай быстрее, замена косы. Я не знаю, давай вторую. Ой, я. Ламаются косы, ламаются вилы. Коли за тобой команда, кожны шыруе з усіх сіл. Паказаць сябе на сенафэст выйшлі 11 зборных ад прадпрыемстваў і арганізацый кіраўскага раёна. Што такое вясковая праца, усе ўдзельнікі ведаюць з дзяцінства. З першым конкурсам скасіць траву хутка, якасна і акуратна справіліся на выдатна. Все скасілі хорошо, считаю, то лучше, хуже. Ну, косить, конечно, не легко. Трава такая, жарко, солнце. Ну, мы и старались. Далей команды збіралі сена ў стог. Зрабіць яго трэба компактным і высокім, каб выстаяў пры любым надвор'і. Как всегда говорят, что опыт побеждает. Так вот мы смотрим, там пожилые люди, они быстрее и красивее сложили. Ну, это был самый сложный конкурс. Разобрать сено, собрать. Много нюансов. Пакуль каманды вызначалі самых моцных, гасцей запрасілі пачаставацца народнымі стравамі, паглядзець выставы фігур сена, паўдзельнічаць у конкурсах на лепшы касцюм і палявой вянок. У завершэнні першага фестывалю арганізатары запэўнілі, сенафэст на Чыгірынцы стане штогадовым. Район сельскага хазяйства, поэтому хацелось бы что-то с традиционного начаць, поэтому решили, вот, смотрели, изучали, чтобы не повторяться как-то, поэтому определили фестиваль сена. Я думаю, что первый раз не получился кумов, но вместе с тем будем развивать, будем смотреть ошибки, и на следующий год, конечно, это будет более масштабно. Мяркуют, что наступный сенафест выйдет за рамки Кировского района. Илья Соболев, Александр Тарасов, новини региона. Алёша!